Давай. Вот, выдали нам сегодня супер бронежилеты. Стрейкбольные. Защищают от пневматики. И собираются посылать на Украину. В этом говне. Это подарки от Рубени. Каски китайского образца. Тоже непонятного происхождения и производства. Из чего сделано, ничего не понятно. Сплошная показуха кругом. Ничего реального не показывают нигде. А кто знает, может, на Украине с страйкбольными...